Выходные в Чебоксарах, как и по всей России, отметили День молодежи. На Певческом поле прошел фестиваль красок. Лето ассоциируется прежде всего с хорошим настроением, с добрыми улыбками и яркими красками. У участников фестиваля красок «Холли» все это было при себе, в том числе и разноцветные краски. Подобные мероприятия проводятся на многих курортах мира и уже несколько лет в Чебоксарах. Вообще все очень здорово. Я так ждала, поскольку первый раз только здесь. Поэтому мне все понравилось. Очень весело, очень красочно. Люди очень ответливые. Если мне кинешь краску, то и вас тоже кинут краску, и намажут чем-нибудь. Очень весело на самом деле. Фестиваль красок «Холли» пришел к нам из Индии. Это праздник встречи весны, во время которого люди обсыпали друг друга лечебными порошками трав. Таким образом, защищали себя и близких от весенних простуд. Утратив свой первоначальный смысл, «Холли» превратился в настоящий праздник, который отмечают во всем мире. Считается, чем сильнее в этот день ты испачкан краской, тем больше добрых пожеланий на тебя направлено. Фестиваль мы уже проводим в третий год, и он очень нравится жителям города. Но этот фестиваль был бы невозможен без помощи наших спонсоров. Основной наш спонсор – это Ростелеком, и мы ему очень благодарны, на самом деле, то, что он нам помогает. Посмотрите, какой здесь драйв, как здорово отдыхают, отрываются жители нашего города, молодые жители. А мы, Ростелеком, как крупнейший провайдер в России, как самая динамично развивающая компания, всегда поддерживаем молодежные инициативы. Я уверен, что вместе, проводя такие мероприятия, мы подарим городу просто сумасшедший позитив. Кроме того, участников фестиваля ждут подарки от Ростелекома. Все желающие могли сфотографироваться на фоне баннера Ростелекома. Сейчас на странице компании ВКонтакте идет голосование. Победителя определите вы.